территории, в частности, канатная дорога Альпика Сервис, у которой мы с вами садились в автобус непосредственно, она тоже в данный момент уже является частью газпромовского курорта. Развлекательные центры, два аквапарка, несколько бассейнов, термальные комплексы. На одном из курортов появился пляж с натуральным белым песком. Площадь всего аквапарка составляет 5000 квадратных метров. Под стеклянным куполом в любое время года поддерживается температура плюс 30 градусов.